Уважаемые инвесторы, 21 января 2024 года на экране инвестиционная пара серебро к US доллару, тикер XAG к US доллару. Так, значит, ну вообще глобально, если так посмотреть на график, вот я его сейчас вот так, глобально, конечно, шансы на рост у цены есть все, да, то есть вот, ну вот, но да, рассмотрим на ближайшие сроки. В ближайшие сроки я имею в виду там 6 месяцев, не знаю, 3 месяца, 6 месяцев, год и так далее. Вот так, если глобально на 3-5 лет смотреть вперед, то, разумеется, цена вырастет. Вот, но все равно, чтоб пустую не инвестировать. Так, в ближайшее время цену я имею право предположить таким образом. Так, по-моему, на 4-часовом фрейме была дивергенция. Сейчас я посмотрю. Так. Так, нет, что-то я попутал. Секунду. Так, здесь. Ага. Так, ладно. Значит, цене нужно вернуться вот сюда. Это вот ее, так скажем, ее тренд. Ей нужно пока вернуться в свой тренд. Так, значит, либо цена поведет себя вот так. Так, сюда придет, да? Вот, либо, значит, цена поведет себя вот так. Вот, и далее цена придет сюда. То есть есть. Так. Ну, в любом случае, если она, допустим, вот пойдет там по оранжевому прогнозу, да, допустим, то у нее есть также все шансы вернуться опять, значит, вот сюда. Вот. Это, чтобы было понятно, то есть даже если сейчас купить, и цена уйдет вверх, то нужно понимать, что она, ну, может сюда немножко вверх, да, пойти, вот, то есть вот так вверх и вниз, то есть у нее может быть и такое движение. Так, другим цветом лучше сделать, вот. Либо у нее, допустим, либо она сейчас откорректируется, там вернется вверх, вот, но вот здесь, вот в этом моменте, вот тут такой немножко кульминационный момент, потому что я все-таки склоняюсь к тому, что вот тут сформируется паттерн на продолжение тренда, а продолжение тренда — это значит тренд нисходящий, поэтому цена здесь, скорее всего, пойдет, ну, вот сюда, да. И по-хорошему она, ну, придет где-то вот в эту зону и уже отсюда начнет, допустим, свой какой-то там разворот. Это не глобально на, там, не на 3 года вперед, а глобально на какое-то время. То есть тут в любом случае в этом месте опять нужно будет делать прогноз. Вот, но она либо сюда, допустим, придет, либо она отсюда дальше еще раз пойдет. Вот, поэтому я вот этот цвет сделаю таким светло-серым, потому что здесь пока вообще нельзя говорить, пойдет ли она сюда или нет. Вот, но я все-таки предполагаю, что сюда пойдет. Вот, но пока вот такое вот движение на ближайшее время. Вот, а дальше уже здесь кульминационный момент нужно будет посмотреть. Вот.
Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы – это всего лишь возможные сценарии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!